Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствия. Я Александр Маныч. Фарфор! Поехали! Итак, друзья, после того, как мы с вами стали 100-тысячным каналом, очень много задают вопросов в комментариях, очень много смотрят наши старые ролики, где мы с вами снимали начало становления нашего YouTube-канала, снимали, у нас было статуэток, ну, капля. На сегодняшний день очень много в комментариях вы пишете: покажи свой фарфор. Друзья, я сегодня только собрался снимать ролик, и вот еще принесли, я откупил очень много фарфора, и сегодня готов вам это показать. Я сразу попрошу вас, не забудьте поставить лайкос под видео, нажмите на паузу, подпишитесь, нажмите подписаться на наш канал, если вы еще не подписаны, потому что я каждый день снимаю какие-то интересные ролики, надеюсь, что вы останетесь довольны и получите удовольствие от лавки удовольствия. Итак, поехали. Друзья, сегодня у меня такие покупки. Прежде всего, вот такой вот горький, без клейма, здесь цифра 4, я думаю, что это, как и Ленин, очень похожа стилистика, это ЛФЗ. Вот вы можете посмотреть клеймо, ленинградский фарфоровый завод. Идем дальше. Значит, смотрите, что у нас есть, ребята. Вот такая вот шикарная собаченция, старенькая. Здесь написано Тула, ЛФЗ. Какие-то номера выцарапаны здесь, ну, мне попалось впервые, я такую не видел. Дальше, друзья, вот эта лисичка, это уже Россия, это уже после развала Советского Союза, здесь у нас ЛФЗ Made in Russia, называется «Крадущаяся лиса», тигренок вербилки, ребят, миленький тигренок, классный чумачечий. Вербилки, клеймо, улыбающийся, красивый. Зайчик с морковкой, ребята, ЛФЗ Россия. Это из после 96-го года. Дальше, ребята, пингвин, никогда не видел, ЛФЗшный. Вот такой вот пингвин, мне также попался впервые. И вот такой вот носорожище, вот такого размера. Ребята, у него ЛФЗ на лапке выбито. Ну просто чумачечий. Я также вижу такого впервые. Разные попадались, но этот просто огромный. Был у меня вот такой носорожек. Такого я держу впервые. Дальше, ребята, сегодняшняя моя покупка. Вороненок. Ребята, не ворон, а вороненок. Это у нас вербилки старые. Клеймо старючее. Видите, да, как оно выглядит? Вот такой вот шикардосный, смешной, с вот такими глазами, с открытым ртом, карандашница, или каждый использует ее как хочет. Вот такая вот красотень, шикардосная красотень. Идем с вами дальше, друзья. Хочу показать вам специально, что у меня есть по фарфору, потому что очень много отправляю ежедневно посылок. У меня покупают Германия и Россия и Польша. А мои подписчики спрашивают: покажи, что есть в лавке, чтобы мы могли купить. Ребята, ну давайте начнем с вот этой полки, с кружев. Итак, друзья, вы видели, у меня есть на продажу вот такие вот шикарные барышни в кружевах с розами. Вот такой вот рог. Дальше, друзья, все вы видели вот этого вот домашнего доктора. Терракотовая парочка, друзья, кто хочет, очень старая. Она вся целенькая, где-то здесь есть подмазы вековые. Этим статуям больше, чем 120 лет. Дальше появилась у меня вот такая вот еще одна балерина, завязывающая пуанты или растяжку делающая. Много гжелечки вот такой вот мелкой. Собачки, болванчики. Собачка — это тоже болванчик, у нее башка шатается тудой-сюдой. Дальше вот такая вот аист. Штофик-петушок.
Вот такое огромное количество этих цесарок, вы помните, да? Перепляс, дельфинчик, подсвечник, зайчик с капустой, еще один перепляс. Семейство слоников, ребята, у меня растет. Уже есть слоны абсолютно разные. Есть вот эта вот парочка индийская, вот эта вот. Петушок, рыбка. Здесь у меня собраны также, друзья, штофики различные. Видите, здесь и Богдан Хмельницкий, и Казаченко, и Илья Муромец. Вот такая вот статуэточка Де Галя воду брала. Вот это вот Венгрия, статуэтка этническая. У меня их 3 штучки, сейчас вам покажу остальные. Дальше, ребята, хоккеист, обезьянка. Вот такая вот гопак. Немножко есть потери у данной статуэточки. Переходим к этой полке. Ребята, снова у меня кружева. Мама с дочкой. Вот такая вот с зонтом барышня. Вот такая вот серенада. По бюстикам пополнение у меня постоянно. Дальше, друзья, вот такая вот украинская тематика. Тут и гуцулы, и немцы вот здесь у меня собраны. И троица Буратино, Мальвина, Пьеро. Вот такая вот интересная есть японская. Дореволюционный с гармошкой малыш. Дальше у нас есть, ребята, джентльмен удачи, есть бисквит, есть барышня с парилки, есть гадание на ромашке, Аленушка, коростынь. На этой полке у меня, друзья, вы видите, барашек масленка, это кузнецовский фарфор, также танцовщица у меня есть. Есть сзади стоит парочка немецких статуэток, борющиеся пупсы. Дальше, друзья, переходим. На этой полке у нас есть вот такая новая дорогущая статуэтка якут с собакой, вышивальщица, первоклашка, первая книга, материнство. А ну-ка отними, укутыши. Вот такой вот электрик, Ульянов, малыш в сапогах в отцовских, гадание не раскрашено, пионерия. Дальше, друзья, у нас на вот этой полке вы видите также этнические вот эти Венгрия, 2 статуэтки. Также есть фигуристочка. Немецкая кружка, дед с неводом, с золотой рыбкой. Вот такой вот лебедь у меня есть, салфетница. Дальше, друзья, есть опять рог, пудель, бегемот ЛФЗшный, собачка-овчарка ЛФЗшная, различные лошади, ослик ЛФЗшный, бременские музыканты. Красотища неописуемая. Вот такая вот, ребята, для соевого соуса мишка Гамми. Здесь у меня, ребята, зверинец. Здесь разные гжелевские миниатюры и жабки. Вот эта вот лошадка 40-е годы, бронница. Уточки, белочки, воробьи. Синички, медведь, буратино, черепашки, зайчики, белочки, лисички, медведь на балалайке. На этой полочке мы с вами видим фигуристка, вратарь, олимпийские мишки, мальчик с санчатами. Санчатами, говорю, на лыжах.
Еще одна фигуристочка. Вот этот вот новодельный с олимпийским мишком, с теннисной ракеткой парень. ЛФЗшная. Немножко с потерями. Вот обратите внимание на лица, ребята. Слева ЛФЗ. Справа гермафродитный новодел. Вы видите, что роспись, что черты. Ну и вот здесь вот справа ЛФЗ, слева ботексный современный лыжник. Это, кстати, подарок. Подарок во все тяжкие. Киевский дядька, привет. Так, дальше идем. На витрине на стекле вы также видите, есть еще первая книга, есть гадание на ромашке. Вот такая у нас, друзья, сегодня огромная фарфоровая коллекция. Коллекция, конечно, назвать сложно. Коллекция, когда мне показывают фотографии мои подписчики, покупатели, там, конечно, обзавидоваться, но... У меня тоже есть периодически интересные экземпляры. Друзья, все вещи, которые вы видите, они, собственно, у меня всегда в продаже. Если вам что-то понравилось, мой вайбер в описании к каждому ролику. Пишите, делайте скрин, обводите в кружочек, какая вещь вам интересна. Я надеюсь, что сегодняшний ролик согрел вам душу, вернул вас в детство, вызвал улыбку на лице. Не забудьте лайкос под видео, обязательно подпишитесь, если вы еще не подписаны на наш канал, потому что у нас здесь очень много интересного. Увидимся!